Рыбу поставь. Стоит. А, вот теперь вижу. Меня все равно прерываешь? Да. Да. Да, 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 прерывайся. И выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало... На Карину на пуч. Узреть начало эры... Так, что ты говоришь, она набирает агро, я хватаю большого или как? Ну да. Угу. Выйдет, стань, где мне стать? Перед фазой. Ну, вот, вот тут. Перед... Забираешь босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Близко не подходим. Сюар, перебежали, череп перебежишь за спину. Лужа, таштын, босс. Череп, когда парни. Таунт. Бомба, бейте. РВД, побейте. Ну нет, хорошо, бейте. Женёк. Виктор, я мог бы... Метеор сейчас будет, метеор. На танке, перебегай. Иди в сторону большого. Локи. Область. Быстрее большого перехода сейчас будет. Вас быстрее переводим. Теорит. Теорит. Ты серьезно, блять, сейчас не убежать? Заходим. Куда заходим? У нас тут трэш. Трэш вышел, мы не успели до метеора. Нет. Ложимся тогда. Почему ложимся? Вам сказали заходить, я бы этот соло трэш убила. Чего вы не послушали? Я, блядь, все понимаю. Я уже заебался молчать, потому что я с телефона сижу. Но какого хуя? Во-первых, вы, ребята, зашли, блядь, и стали справа. Блядь, слева же надо вставать, не? Карина, у него есть Т4? Ебать, банки. Что это такое творится? Лёха, чё, делать можешь спек мой, который? А то я хуй знаю. Что так, что... Чё ты там не понял? Ебашишь ЛП, ледяной удар, это основное твое. И ветер бросаешь, он 300% агресс. Всё, у тебя, блядь, основные две билки ЛП, ледяной удар. Место руника просто ледяной удар у тебя. Да все это заебись, блядь. Мне кнопки-то еще надо расставить будет. Три кнопки. Три кнопки максимум. Все. Все остальное тебе просто нужно руны разряжать, чтобы у тебя активировалось 5% снижения. Все, не, ну вообще... Согроб получше. С ним даем. И кто крест поставил на мне? Ты чай.
Неужели так сложно? Крест стоит, потому что на тебе метка кидалась. Ваги нету. Где он? Вага здесь? Что-то пристабах не хватает. Зачем сейчас пристабах? Я жду человека. А, ну ладно. Все будут здесь, там пах. Все? Мага писал, что? Еще раз. Я не писал. Что? Вага что-нибудь писал? Вроде нет. Дрюлю вытащить? С каких штанов? Напишите раздавайки. Вот он прибежал. Баф. Дай проверку. Все готовы и выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Давай я попробую. Вам выпала честь. Зачем пробовать? Наоборот, пускай Карина. Карина мелких на себе собирает. Да, блять, пока мелких нету, отдаст берсу, блять, огроз. До метеорита ж время. Все, включились, погнали ДПС. Метка.
Уже смотрите. Правее немного. Это спина. За спину ты так выносишь. Метеор падает, прибежали. Сивнее. Хуенин. Беги, малышка, беги! Что это так упаривается? Дизвел. Денчик, блядь, ты подальше отойти не можешь. Подниму Денчик. Да не ты, это у тебя есть БР на свет. Карина, поднимешь? Вставай, Денчик. Забираем. Подожди, сейчас метеор будет здесь. Он. Уже босса надо перевести, блядь. Метеор, говорят. А он все равно метеор падает, да. Ложимся. Босса, блядь, РСК вообще не придет. Мы должны босса убить быстрее, чем вот этот метеорит упадет. Значит, нам придется оставаться здесь, заливать опять же трэш, ждать, пока там танк словит первое лезвие. Там получается, как открывается портал, сколько? 40 секунд или сколько там дается для первого? 30 секунд. Вот этот метеорит нам вообще не нужен. Конечно, не нужен. А сейчас с игрой все нормально? Что никто босса не бьет, наверное. Ну и нормально. Не, на самом деле держит хорошо очень. Где раздавал? Не с другими пулами. Давай сейчас. Сейчас я буду босса танчить. Раздавал, как говорите, сейчас пойдет. Если нормально все идет, зачем тебе, блядь, лезть? Ну на третьей фазе мне один хует держать и босса, и голема. Остается гроз первой фазы на третью фазу. Она потом мелких будет танчить? Да. Только не понимаю, зачем тут мелких танчить? Они разлетаются. Вали пулы, когда фурик даст, вихрь сдохнет сразу. Без танка. Смените раздаваку. Плодорам здесь? Да, релогнулся. Ты, блядь, перебежать не можешь? Босса сильнее хуярьте нахуй, чтоб третьего метеора не было. Женёк парад. Парад. Раздаваку, если суманули, дайте по нему баф. И выйдите баф, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Каску дайте по шаману. Стоит каска, все стоит у всех. Крика на хп нету. Бес есть. Это что было, блин? Он даже не развернулся. Окей, нет. Смосса БР. Бафа сразу просил. Ну Далок, ты может себя продиспелишь? Молодец. Шаман не может диспелить себя?
могут. Давайте больше ДПС. Близко так не стойте, босс. Стать есть. После этого метеорита быстро сыграть трэш, а потом по боссу. Прям просто нить. За лужей смотрим. А вы есть его босса. Трэш видит. Все, заливайте трэш. Отводи. Заходим. Там резко друид, который остался. Подальше отходим. От босса. За первое лезвие. Смотри под лезвие. 5 секунд. Подкручивай, наверное. Бегите за всеми в кучу. Вообще не вижу, где. Меня призит. На меня тогда поставишь метку, Лёх? Я повожу. Да все нормально же вроде, не? Чего вас долог сдох? Хилить все. Потом войд. Кто там свету остался, да, вот рестер друидов. Боярните, пока тут вроде. Хорош. Вы серьезно, нахуя вы наперед залазите? Нет, там вроде Даггамсона уронили. Нет, там. Он умер. Дракон первый сдох, потом уже рейд поп. Это не лезвие, это шот. Да, это было не лезвие, до лезвия еще оставалось какое-то время. Я не знаю. Карин, зайди во тьму. Умирайте. Я вообще метку пошел выносить, у меня порталы далеко находятся. До лезвия там было еще 4 секунды. Не лезвие. Драгана, как ты сдох? Не прохилили, значит. Как там еще был сдохнуть? Возможно. У нас рестер шамана там не было. Холи пал, сьюту осталось. Типа соло таргет прохила там особо не было. Был ДЦ и было, блядь, 3 рестер друида. Да, ты пока тут все ту остаешься. Лезвие его убило, блядь, да. Не, ну заметку, которую шаман не может сам сесть диспелить, блять. Сори, я этого никак не пойму вообще. Вынес метку, окей, но, блять, диспелить-то себя можно. Рестер шаман тем более. Денчик, ты не заходишь. Во тьме, блять. 2 рестер друида, рестер шаман, ДЦ. Денчик и, блять, пока тут вы остаетесь свету. Драгансон готов. Все готовы и выйдем. Женек вылетел, вернитесь. Блять, что за хуйня? Захожу. РС просто фартовый. Короче, смотрите, по поводу первой фазы.
Трэш быстро очень сливается. ОЕшка. Убейте босса, трэш заливается ОЕшкой. Не переключайтесь, трэш. Больше дамага по боссу. Больше дамага по боссу. Там некоторые переключались тупо в трэш. Уже так били босса и 1000 гп лутану. Ну, сейчас игру получше, не все сразу. Сейчас слышу кого-то на паладина. Два фрост-мага прекрасно заливает этот трэш, если они стоят достаточно. Заходим, заходим. Опять же, кучно это трэш не всегда будет. Ну серьезно, какая же хуйня. Сказал же, блядь, отойдите от босса. Ну Карина его поднимет, когда уйдет босс. Да, ладно. Метеорит сейчас будет. Да. Рубли, не спыл. Босса больше надо сейчас. Там еще 3% быстрее по боссу. Все, доливайте большого. Поднимай Денчика. С этой стороны заходим слева. Все, заходим в портал. Портал. Все. Просиливаем рейд. На максимально рейндж от босса. Рагансона держим. Чё-то. Смещаемся, смещаемся, бежим. Минус хилы. Ты, блядь, можешь нормально босса крутить? Тайминги видишь вообще? Пиздец, ты его крутишь быстро. Не проще было босса оставить на месте, блядь? В смысле не видел? Тебе ДБМ не стоит? Зайдите. Возьму. Драгон света, да, пойдем? Карин. Драгон. Ни хера не слышно. Драгонсон свет не танчит. И тьму, походу, тоже. Ну чё, попробуй ты спекнуться в танка. Потанчи кого? Брун пускай тьму танчит, а мы с тобой свет. Хули делать? Да не. Ну а чё, он лагает нахуй, хули на него надеяться. Карина, короче, А Виту очень тяжело что-то там водить его, поворачивать там, я не знаю. Чё там надо делать? Сидишь во тьму, первое. Ставишь босса, и босс на тебя прожмёшься. Даже зубы, Карина.
Танчишь, ну, короче. В свету же нету, наверное, лезвий, ничего. На первой фазе, Драгонса нам начинает. Набираешь Авро, у тебя там будет ебаничество. Карина в рейде, и это. Даю проверку. Лёш, слышишь? Что? Свету нет уже никаких лезвий, просто его держать надо, и все, правильно? Все, что ты видел, огонь, метеоритный трэш, вот это все в свету. В тьме этого, этого нет. Просто я могу попробовать, если надо. Ты не держишь, тебя убьет нахуй. Так. Карина, чё? Короче, смотри, первая фаза, драгонсы забирают с пула босса, ты больших, если что. Дальше, вторая фаза, Карина прыгает, ставит босса и танчит ему, а драгонсы тоже туда заходят. Потом, перед, когда будет примерно 55%, драгонсы, подходишь, у тебя все прожимки, все, у Карины забираешь босса. Карина, смещаешься в рейд примерно на 55%. И дальше с этой позиционки, где стояла Карина, то же самое. Вводишь его, блядь, в тьме. Карина свет, и дальше свету тут трэш. Еще раз даю проверку. Просто Карина будет тьму первую там пару процентов страховать, ставить в босса и крутить. Мы без рыбы идем? Я ставил рыбу. Где она? Блять, знаю еще одну. Хватит черепаху, блять, мою использовать. Блин, у меня микрофон вылетел, оказывается. Разговариваю сама с собой. Так слышно? Угу. Да. Пианист, у меня проблема. Я не умею танчить тьму. Ну, это ничего сложного, то же самое, что это обычно. Будет... Я в обычке танчил один раз с тусковатом. Он тебе может рассказать, как это было. Нормально, похер, забей. Главное звездочку босса поставить, развернуть. Я буду, я тебе скажу, левее, правее крути. Тайминг лезвия видишь там? 5 секунд лезвия осталось. У тебя сверка должна быть. Вот смотри, ты смотришь на босса, смотришь на босса. Я знаю, как его ставить. Вот, ты поставила босса, примерно так он стоит, звездочки. У тебя сверки, так как ты справа-слева не видишь, у тебя одна сверка должна быть вот здесь на момент лезвия. Ну, то есть, если смотреть вот сюда на босса, вторая должна быть вот здесь, примерно. Вот, и вот так. Сверки вот в этом положении должны быть. Если хочешь, можешь босса, ну, то есть, и за сверками, ну, то есть, сверки должны ориентироваться. То есть, ты за босса смотришь на сверки. Дай проверку. Все готовы и выйдем. Элрей здесь? Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Лёш, поставь на меня метку во тьму. Нахуя? Все кучно сбегают. Кого знаю. Метка это хуёвая. Все на максимальный рейндж, когда во тьму вот заходим, отходим. На макс рейндж стоит. Я тут ждем первое лезвие. Первое лезвие прошло. Все, дальше подходим, бьем босс. Кто там на лошади сидит? Угадай. Из лужи. Из лужи. Уже стоишь.
метеорит, секунда. Небеса в огне. Ты бежал. Тебя в чем проблема, блядь? Служа, похил. Босс ходить. Блять, аж не видно. Не успей, похоже. Побейте босса быстрее, 2%. Быстрее. Все, не успею. В мире сумерек. Вы найдете лишь страдания. Зуба. Все нормально, блять. Заходи. Поставишь, скажешь. Не стоит. Заходим. Прохил Карину. Прожмись. Драгонса забирай, блядь, ставь. Ладно. Где прохил, блядь? Где зубы? Зубы я были? Я только зашел, кто-то на нее щит дал и зубы по КД клал. В чем, блядь, проблема? Лема, я зашел, блядь, еще стоял, наверное, 4-5 секунд, блядь. Зубы где перед заходом в портал? Я говорю, Леш, я зашел, я кинул щит, и пока деклацал зубы, но она уже умерла. Зубы должен давать до захода. Перед тем, как она должна зайти, кинуть зубы. Ну, то есть, смотри, начинается фаза, да? Там, прости, я не знал, я первый раз в ДЦ на этого босса. Я услышал зубы, я первым кинул. Потому что пока она заходит, ставит, и типа, ну, она должна сыграть. Я понимаю. А чё не даёшь, если понимаешь? Сейчас уже понял, блин. Карина, вставай. А мне сейчас показалось или нет, Драгонсен, ты под боссом стоял и маленький пёл? Проверка. Бля, отойдите от рыбы, ты нажать не могу, ёбать. На руле, да, то. Есть вот. Рыба? Стоит рыба. Женьку. А где? Женёк, съебись с рыбы. На туре, отойдите от рыбы. Это ГП хапать, кто сидит на рыбе, бля. По 1000 ГП, бля. Сейчас тебя вообще с гильдии кикну, блядь. Не можешь уже какой раз от метеора перебежать. От метеора я перебегал, огонь принесли, я чё, виноват? Чё? Кто виноват? Я виноват, что ты в ложе выйти не можешь? Или, блядь, в ложе заходишь? Поехали, все готово. Начало эры разрушения. Паладина за 3 тычки где-то убьет тогда. Все равно заранее ж видно, блять, куда идет. Секунд 5 можно стоять и лицезреть, блять, куда пойдет лужа. Чё стоите так долго, блядь? Долите, если кто-то не видит, отдалите на максимально этот экран.
диспа. Теорит, перебежали. Мелкого в танку заберите или убить? Там вот не работает. Лучше вышли. Метка, Тимыч. Быстрее побольше, еще чуть-чуть. Нормально. Зубы давай. Дал. Стоит. Заходит. Вот все нормально, объяснили, все сделал. Внести. Да, да, крути, крути, крути влево. Откручивай, подкручивай. Еще вот просто бежим, бегаем, да. Еще. Нормально, просиливаем. Все, просиливаем и на позиционке этой же остаемся. Вперед, не забегайте, там все выйдет. Немножко назад сместитесь, нахуя вы наперед. Карину просиливаем. Сейчас этот, после следующего лезвия, Драгон, идешь, становишься на место Карины, нажимаешь таун, блять, забираешь босс. Карина в рейд смещаешься. Процентаж не вижу, если что. 8. После следующего лезвия. Забирай. Все, Драгонса нахилим, Карина, уходи оттуда. Немножко дальше от босса, милики, сейчас кого-то срежет. Топнули. Они смерка. 3% не переведете? Успел. Бля. Че, следующего лезвия что-нибудь? У меня это замедлило, я просто не успел выбежать. Процент. Переводить после лезвия надо. Не сейчас. Переводить. Тебя бэрит, Лё? Да, бэрит. Пост. Чё тут? Мально. Блин. Да можно выходить? Выбежать не смогли или что? Они перебежали под мост, там лезвие было. 80% тьма, стоп. Да какая разница, у нас тут половина уже трупов. Перебежали под хвост, вышли во свет, и нас убил Халик. С руки. Короче, я вам так скажу. Агро надо набирать мне с первой фазы. Чтобы агро было на мне на третьей фазе. Тебе нужно просто под конец первой фазы, на начале. Ну да, под конец первой фазы ретаунти. Чтобы, ну, когда... я... чтобы когда он выходил, агро было на тебе. Так я это и говорил делать. Ты что, не делал этого? Странно, типа, с агро. Мы ложимся или нет? Да. Нормально? Да. Забирать у танка, блять, под конец фазы, на себя босса. Причем тут вообще... Слышите? Блять, не вообще, понимаете, причем тут Войт... Да какая разница, забрал бы он, не забрал, если мы умерли не от этого, у нас 5 человек сдохло от лезвия, потому что перевели не вовремя. Зачем ты сказал стопать, там как раз переведи после лезвия. Короче, Лёху не слышно было, я не знаю, про чё вы. Половину не слышно, чё ты говоришь. Смотри, бой, получается, так как у нас танчит кто? Карина, да, там, или Драгонс, в общем, не ты. То когда босс выходит, то он будет не на тебе сразу. Ты должен заретаунтить под конец первой фазы, чтобы когда он вышел, ну, у тебя было агро на нём. Какие доллары с тебя дону нужны?
Ну типа только в колмирении проки забиндить и все. И все. Ну и все, а это как, типа дело. Все на этом, блядь, завязано, я даже бафы на себе не вижу. Ну это дело делов, типа, ну, на 2 минуты. Вот между пулами можно спокойно забить. А я не буду. По ДБМ анонсит все равно. Да нет, он не про это. Про проки. Я про ротацию, про ДПС, да. Блядь. Проки там есть стабильная, на катаклизме сбоку загорается, по краям. Снизу и сверху. Там не такие проки. Тимы здесь. Это как дамажить, я не знаю. Блядь. Я ударил Т5, блядь, и чуть агрони сорвал. Где? Как бить? По тьме. Просто как бить, блядь. Насколько, блядь, у меня слабый пал, блядь. Нет, ты чё? Серьезно, я Оман открыл. Это серьезная хуйня, я считаю, нет. Дорога, мне есть это. Блядь, ауру подруби. Ага. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Равно эти чешки обычно нету. А нахуй-то я делаю эту хуйтень, помойку. Побежали. Мы уже смотрим. Войд, на следующем метеоре иди забирай у меня бот. Уже пора забирать. Вот эти ёбся на Драгонс. Вагон, вагон, да. Смотришь за рейдом, сам не понимаешь. Вас быстрее. Нарте, БР. Зуба. Ага. Сошел от тебя, блядь, зубы. В смысле, ты тут зубы должен кидать, блядь, и не там. А нахрена вы ее... Хули вы стоите, она сейчас сдохнет там. Заходим. Ёбаный рот, блядь. Да не, нормально. Она тут там. Крути, 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 крути. Да нормально, нормально. Конечно, нормально, под капли. Пока тут бэрэш... Там япончик. Встанешься там. Хилить. Вставай, да? Лезвие. Отойдите от босса. Конечно. Он наперед стал, шман. Блять, сука, с огнем играешь. Конечно, вставай, блять. Чё ты лежишь-то? Карина. Драгонса на хилим. Процент. Расхил рейда. Им на хп дай. Отдаем.
5%. Диспел. Диспел. Еще 2% снимите и ждем следующих лезвий. Стопнули. Стопнули, блядь. Никто не бьет босса. Перейдете босса, это будет вайп. Давайте диспел. Сейчас бейте. Переводим. Переводим босс. Все. Портал к хвосту. Не бейте. Все, вышли все на одну сторону. Одна секунда лезвия. Свет, все на одну сторону. Карину здесь пылить. Перебежали на ту сторону. Стопните там все. 20%. Стопнули. Свет, стопнули. Мобов бейте лучше. РДД большого сливается. По боссу можете минить уже, значит. Свет можете по боссу не нужно. 70%. Босс и свет. Блядь. Это диспел. Прибежали. Мяку сейчас подниму. Боже. Диспел, свет! Девка, выйди! Свет 10%, все. Тьма, там домашний, минус 2 во тьме, БР буду, жилет. Сейчас перебежим, подниму мяку. Ревностный КД. Это та, кого лучше отправить? Раска, зайди в тьму по домашнему. Только после анонса, когда можно. Бля, я боюсь встать, я прям на луже черный. Стопаем свет, по мобам. Кто мне скажет, когда можно? Заходим. Заходите, вам нравится. 20% свет, не бейте босса вообще. Транспорт. Ложитесь. А чего сдохло минус 2? Мам. У нас диспел был ранний какой-то. И он был, короче, уже близко было возле босса. На ком была метка? Хз, я не видел. Свет диспеля только после анонса. С тремя стаками, блять, бегал. Плюс за дамагом не следит свет. 10%, блин. Просто у нас получается, когда лучи мало дамажим. То есть мы во тьме. Рестор шаман, два рестор друида должны протопала выхиливать. Драгонс. Там ты что, там материальность была 20%, наверное. Стой, не прыгай, дай починить. Не, я понимаю. Драгонсон, если ты ЧСРСки не оденешь, обычки, я тебя убью, нахуй. Одевает хуйню полнейшую, блять. Нахуй тебе разделение урона, блять. Реролкнули быстро. Где твое кольцо, блядь, целкашное, которое на броню прокает, блядь? Что у тебя за ступни, блядь, с камнями, блядь, на это ЛК? Мой инспек, блядь. Так у него ж ДД, мой инспек, он ж поменял. Был мой инспект. Ну, когда был. Поставьте шкаф.
Ну так а с того момента нихуя он не забирал.